Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня речь пойдет о шампуне для волос. И мне, как официальному обозревателю, прислали на обзор новинку из четвертого каталога. Это укрепляющий, вернее, это шампунь против выпадения волос, серия HairX. У нас до этого был шампунь-активатор роста волос. Давайте их сравним. Флакон остался точно такой же, немножечко изменился его дизайн, стал серого цвета, аромат абсолютно другой. Если этот аромат мне напоминал какую-то мужскую серию, то этот очень вкусный и приятный, то есть от волос будет пахнуть еще лучше. По консистенции очень концентрированные оба, и для использования необходимо совершенно маленькое количество, потому что чем больше вы его нанесете, лучше не будет, будет только трудности смыть шампунь, потому что если вы его не смоете, то будет ощущение, что у вас тяжесть и слишком его много, и возможно вам покажется, что волосы утяжеляются, и уже на следующий день появится ощущение, что волосы нужно вымыть снова. Итак, все мечтают о шевелюре, о большой гриве волос, чтобы их было много и чтобы они не выпадали, не оставались на расческе, на подушке и по всему дому тоже не валялись. Поэтому за волосами нужно ухаживать, и волосы нужно питать и изнутри правильным питанием, и здесь нам в помощь идет wellness, и снаружи. Этот шампунь — абсолютно обновленная формула, абсолютно новый состав. И что важно, его можно использовать постоянно. То есть если у вас есть желание пользоваться им всегда, пользуйтесь всегда. Что еще мне понравилось? В этой серии еще есть дополнительно три продукта. Бальзам, кондиционер, которого раньше не было. Тоник-стимулятор, то есть тоник укрепляющий, который не нужно смывать. И специальное средство, давайте я буду подглядывать, для уплотнения волос. То есть у нас шампунь против выпадения, кондиционер, тоник и средство для уплотнения волос. И я думаю, что это средство спрей, его можно будет использовать так же, как средство для укладки волос, потому что еще в серии, которая была до этих всех серий, тоже было средство для волос, и я его до сих пор использую как укладочное. Оно прекрасно фиксирует волосы, делает прическу идеальной. Итак, что я почувствовала? Два раза помыла голову с этим шампунем. Первый раз как-то не очень поняла, что и как. А вот сегодня вы можете увидеть, что мои волосы, они какие-то особенные, другие. Во-первых, у меня есть ощущение, что их стало очень много. То есть как будто бы вот они прям такие вот объемные, их прям много. Я их даже вот трогаю, и у меня ощущение, что у меня такая шапка волос на голове. Они отлично уложились. Я их слегка подсушила феном, когда они уже практически сами высохли. И немножечко расческаю, так их кончики вытянула, вот и все. Мне очень нравится эффект, я всегда слежу за своими волосами, потому что мне кажется, это огромное украшение как для мужчин, так и особенно для женщин. Поэтому используйте такую возможность помочь волосам крепче держаться на голове, особенно сейчас, когда весна. Весной обычно вот переход из зимы в лето, многие замечают, что волосы как бы начинают линять, и у животных это происходит, и у людей тоже, к сожалению. Так что будем укреплять волосы и помогать им становиться красивее, пышнее и эффектнее. Я всем вам желаю красоты и позитива от своей внешности. Радуйте себя и окружающих. С вами была Лилия Донскова. Если обзор полезный, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Впереди еще ждет много интересного. Пока-пока!